Калининграде праздник большого спорта. Сильнейшие марафонцы Российской Федерации съехались сюда, чтобы выступить в соревнованиях на приз журнала «Спортивная жизнь России». 150 спортсменов вышли на трассу этого сверхдальнего пробега. Впереди более 42 трудных километров. Соревнования такого ранга впервые проводятся в Калининграде. Достаточно сказать, что среди участников каждый шестой мастер международного класса, в том числе члены сборной страны. Поэтому понятен интерес калининградцев к этому забегу. Улицы города превратились в гигантский стадион. Героем дня стал молодой воронежский бегун Геннадий Солдатов. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, Геннадию пришлось на неделю отсрочить свою свадьбу. И, как говорится, игра стоила свеч. Жених был первым на финише. Золотая медаль – отличный подарок к свадьбе. А этот приз – утешительный. Его получил Владимир Костылев. Новичок закончил бег последним, но с дистанцией не сошел.